В Евросоюзе фруктами законодательно считаются томаты, морковь, сладкий картофель, огурцы, тыквы, дыни, арбузы и имбирь. Такой закон позволяет легально производить и экспортировать изготовленные из этих растений варенья и джемы, которые по правилам Евросоюза могут производиться только из фруктов. Что бы вкусного приготовить нам на завтрак, узнаем прямо сейчас. У нас утро со вкусом. Если вы будете готовить ванильные булочки, то сразу вспомните детство. Именно в этот период жизни эта выпечка просто сводила с ума. Всегда хотелось бы ее есть и есть. Нам понадобятся следующие ингредиенты. 500 мл молока, 25 граммов сухих дрожжей, 90 грамм сахара, 1 яйцо, 50 грамм маргарина, 4 стакана муки, 3 столовых ложки растительного масла, 1 грамм ванилина, 1 щепотка соли и 1 чайная ложка кунжута. Нагрейте молоко до 40 градусов, затем растворите в нем дрожжи, сахар и соль. Белок от яйца добавьте к молочной смеси. Все перемешайте. Просейте муку и понемногу вводите в нее нашу молочную смесь, постоянно помешивая. Всыпьте ванилин. Начинайте месить тесто. Растопите маргарин. Влейте в него растительное масло. Полейте этой жидкостью тесто, продолжая его замешивать. Месите около 10 минут. Готовое тесто положите в глубокую миску. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2 часа. После этого времени тесто должно увеличиться в 2 раза. Помните его руками. Разделите на порционные части и оставьте их на 20 минут в тепле. Тем временем разогрейте духовку до 185 градусов. Подготовьте форму для выпечки, намазав ее растительным маслом. Приготовьте смесь для обмазывания будущих булочек. В оставшийся желток добавьте 1 столовую ложку молока и размешайте. Теперь уже располневшее тесто намажьте желтковой смесью и посыпьте сахаром с кунжутом. Готовьте в течение 35 минут. Ешьте булочки с молоком. Приятного аппетита!